Добрый день. Мы находимся на площадке «Овощной город», и сегодня мы проводим учет крестоцветных бошек на капусте. Для учета мы используем ящик петлюка с основанием 25 на 25 сантиметров, который устанавливается в разных местах учетной делянки и подсчитывается общее количество бошек на площади 1 квадратный метр. Ящик установлен. Мы немного сотрясаем растение капусты. Затем немного прочесываем землю. И бошки начинают прыгать на стенки ящика. Вот они. Они запутываются в ткани. И можно спокойно произвести подсчет крестоцветных бошек. Всего на данном участке оказалось 15 бошек. Данный учет для наглядности проводился на контрольной делянке. Всего вам хорошего и удачи вам на ваших полях!